Всем привет, добро пожаловать в Dota 2 и небольшое видео, в котором я попытаюсь счастья, открыв сундучок третьей сокровищницы. Но прежде хочу отметить и обратить ваше внимание на что. В компендиуме появилось новое достижение в компендиуме на закладочке. Значит, вот такие вот новые задачи. Победить 5 боев в Reborn Beta Dota 2 и, ну, в общей сумме, 15 игр сыграть. За это вы получите целых 10 уровней компендиума, что немаловажно. А также можете сделать прогнозы на оставшиеся места. Это Main Event, 6 команд предсказать, и тут, кажется, 4. Здесь несчастные пол уровня вы получите. Здесь вы можете выбрать, кажется, любые команды, но вам засчитается. Потом вы можете изменить то решение, которое вы приняли. Там несколько дней осталось. Что хочется сказать. Это замечательно, когда игра развивается, когда переходится на более современный, скажем так, движок, изменяется интерфейс, все это вот приходит в какой-то определенный вид, движется дальше, скажем так. Но мы говорим о таком, скажем так, гиганте, да, игровой индустрии, как Valve. И то, в каком виде сейчас представлен это Dota 2 Reborn, ну, просто вторгает меня в какой-то просто ужас и уныние. Сервера просто лагают. То есть побеждает, скажем так, когда это вот ввели, мы играли и побеждали не за счет того, что какой-то там навык у игроков есть и тому подобное, а просто у кого получше есть пинг. Вот, 300-400 минимум, это было нормально. Потом балансировка как-то сделана абсолютно непонятно. Очень много игроки, которые заходили и получали эти пакеты за приглашение. То есть они как бы первую, вторую игру сыграли. Ну, это не совсем интересно играть с такими людьми. То есть здесь баланс абсолютно отсутствует на данный момент, не знаю. Ну, нету чата, нету еще других фишек. И что больше меня раздражает, это в каждой игре, сколько я тут сыграл, ну, 15 парочку проиграл, вот, кто-то обязательно отключался. Мало того, что ставит паузы и у меня лагает, да у всех лагает, просто уже достала эта фраза. А сейчас получается, что в каждой игре кто-то, ну, вырубается, просто вылетает. Не знаю, с чем это связано, как это, причем не как в Доте, да, вот, который Dota 2, обычный, привычный нам, а вот в этом Реборне. Вылет означает, этот человек пропадает на минуты 3, 4, 5, и его никто не ждет, понятное дело. Ну что ж, Valve, такие вот Valve, причем они поставили такой вот счетчик, да, уникальных игроков в этом месяце 11 миллионов, но сервера просто их не тянут. Просто не тянут, и Reborn, ну, в таком, непонятном для меня пока стиле. Очень многие жалуются, говорят, все, в Reborn вообще не захожу, и ну его нафиг. Лады, что получаем мы? Вот такая вот сокровищница, давайте ее откроем и посмотрим. Я бы хотел, конечно же, обезьянку, вот эту вот макаку. Это, по-моему, самый популярный сейчас и самый такой желаемый Immortal предмет, да, на героя, потом, по-моему, на инвокера идет, ну, тут довольно-таки интересное, на Зевса там кто-то, ну, он как-то так смотрится, необычно. Открываем. На мипа получил, отлично, тоже неплохо, но говорят, что вот на мипа, если бы добавили им разные какие-то там шапочки такого плана, а с этим вот кристаллом, ну, что-то не особо интересно. Светящийся такой вот мипа. И давайте посмотрим, как он тут идет в самой игре. Мипа довольно нечасто можно встретить. Кстати, еще вот это вот загрузочный экран тоже в Dota Reborn, он как-то так непонятно растягивается. Берем, где он тут? Мипа. Кристалл на месте? Кажется, да. Что там вместо него? А, тут еще руна. Успешных. Earthbind. Так, хорошо. Какой-то вот счетчик. Ну-ка. Поймать в сетку, в общем. Так.
Вот такой вот мипа. Ну, правда, здесь костюм. С этим вот кристаллом. А сетка у нас выглядит... Так, что у нас тут изменяется? Кажется, вот этот вот скилл у него меняется. Так. Сетка как сетка. Обычная. Вот такой вот кристалл. Наверняка их очень многие будут продавать, но это не самый популярный вещица. Да и самый герой вот этот, он требует значительного, скажем так, навыка управления микроконтроля. Вот такая у нас получилась история. Ну что ж, Дота. Ждем теперь пустынную карту. Что там осталось? Совсем немножко. Какой-то комикс на Акса. Ну и, собственно, его также предмет, какой-то там топор будет. Интересно, добавят ли за то, что сейчас в Dota, значит, набрало уже... Какой тут у нас призовой фонд на момент записи этого видео? Вот это мне интересно. Это рейтинговый подбор, наконец-то, сюда добавили. И... 17 264 354 доллара. Фига себе, вот это вот у нас призовой фонд. На 2 миллиона превысили уже те цели, которые Valve здесь вот сказали, что вот давайте как-то так вот профинансируем этот замечательный ивент. На этом я с вами прощаюсь. Вот такое вот получилось небольшое видео. Небольшие такие вот рассуждения по поводу Dota 2 Reborn. Понравилось это видео? Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, будут другие видосы. Всем удачи, до встречи в новых видосах. Пока-пока.